С большим усердием Айги старается резво шевелить ножками. Выпрямить их пока не получается. Еще при рождении малышу поставили диагноз «двусторонняя косолапость». Деформацию стоп начали исправлять, когда мальчику было чуть больше 2 недель. Наложили гипс, но ножка сильно отекла. Сейчас готовятся к другому лечению и занимаются дома. Зарядка 2 раза в день. Массаж тоже 1-2 раза, там по 5-10 минут. Но он не любит особо лежать, его надо на руках постоянно носить. Это трудности в будущем, то, что он ходить не сможет, к инвалидности может привести. Врачи предлагают другой путь здоровой и уверенной жизни. Чтобы помочь малышу сделать первый шаг, специалисты используют метод Панцетти – золотой стандарт лечения косолапости. Гипс накладывается раз в неделю. Так будет исправлена деформация переднего отдела. В заднем отделе голени производим хирургическое вмешательство. Второй большой этап лечения этих детей с ношением специальной обуви. Начать продолжительное лечение семья пока не готова. Большая мечта обходится в немалую сумму – 156 800 рублей. Мы с вами можем помочь финансово. Достаточно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телерадиокомпании и Русфонда.